Всем привет, с вами Фокс, и сейчас я вам расскажу о этом чудесном велосипеде от компании Dacon. Отличительная черта этого велосипеда, соответственно, классический форм-фактор. То есть это большой кросс-контрийный велосипед на 26 колесах. Но, по большому счету, ничем он уступать большинству стандартных моделей велосипедов не будет. Но при этом, как и любой велосипед Dacon, он является складным. Соответственно, его очень легко хранить и перевозить. Собственно, что я вам и демонстрирую. Вес велосипеда данного на алюминиевой раме составляет 14 кг, что, опять же, довольно-таки легко. Велосипед имеет также, как и многие фирменные велосипеды Dacon, встроенный насос в подседельный штырь. Соответственно, если вы вдруг в дороге пробьете колесо, у вас всегда будет вбитый насос. Не надо его вешать на раму, не надо его возить в рюкзаке, он всегда с вами. Велосипед оборудован 24-скоростной трансмиссией Shimano. Основные компоненты используются класса Altus. 24 скорости. Из интересных фишек, еще дополнительных этого велосипеда, у него полностью изменяемая геометрия руля. Причем она меняется на лету. Соответственно, руль можно подстроить, во-первых, под рост ваш. Во-вторых, можно регулировать свою посадку. Если вы решили покататься в парке себе в кайф, руль можно поднять повыше, у вас будет более прямая посадка. Если вы решили поработать на скорость и покататься быстро, руль, соответственно, можно отпустить и создать себе более спортивную посадку на велосипеде. Вам будет проще набирать скорость. Итак, велосипед оборудован стандартными ободами двойными, алюминиевыми. Вот. Соответственно, они будут очень надежными. И амортизационной вилкой, которая, соответственно, будет гасить вибрации и обрабатывать неровности наших дорог. Вот. В базовой комплектации на велосипед установлены покрышки городского типа полуслик, которые позволят вам с большой скоростью кататься в черте города. Опять же, вы вольны поставить покрышки шире, уже, на ваше усмотрение, под тот тип местности, где вы собираетесь кататься. Педали на велосипеде тоже складные, как на большинстве велосипедов Dacon. И в комплекте идет подножка, чтобы удобно ставить и оставлять. В сложном состоянии велосипед по габаритам позволяет перевозить его в метро, в поездах, без каких-то доплат, без каких-то нервов, соответственно. В зимний период в сложном виде велосипед легко хранить в гараже на балконе, хоть в большом потайном шкафу на самом деле. Велосипеды Dacon вы можете приобрести у нас в компании Velolimp и на нашем сайте velolimp.com.